То есть вы утверждаете, что вечером пришли с работы и застали своего мужа голым в постели с своей подругой Екатериной. После того, как они вас увидели, они сразу умерли. А тебе не кажется это странным? Вам тоже показалось? И я говорю, странно, странно очень, понимаете? Я ей, главное, на работу помогла устроиться, дубленку ей подарила. А она за моей спиной с моим мужем в постели голая умерла. Рудакова, а почему тогда соседи утверждают, что из окна слышали мужские голоса «помогите»? Ну, может, у них что-то там в постели не получалось. Вы когда приехали, ты его била. Да я ему делала искусственное дыхание. Какое искусственное дыхание? Кулаком по голове? Ну, не умею я делать искусственное дыхание.